продолжаем наш гастрономический тур, и сегодня у нас по плану мексиканская кухня. Ну что, пойдемте посмотрим, что предлагают нам из мексиканской еды. Немножко покажу вам декорации. Такие классные, всякие мексиканские. Viva México! Вот это кактус живой. Это ужас, какой он огромный. Мексиканский флаг. Ну, потом я выйду, еще там покажу сувениры и так далее. Сейчас посмотрим, что нам предлагают из еды. Энсу изучаю. Как всегда, я говорю, воду здесь, просто воду вот в таких бутылках. Ну, это, естественно, от текилы бутылка, и они подают воду, просто питьевую воду. В общем, мы возьмем, просто попробуем кесадиллас. Это маленькая тортилья с разными начинками, такая тортилья маленькая. Мы делаем нормальные большие, но сеньора сказала, что, ну, сеньора мексиканка, она делает сама свои чоризосы, свои там тортилья, то есть сама все готовит, поэтому мы решили просто попробовать, потому что цены на самом деле здесь достаточно дорогие. И, например, мы делаем энчилада. Вы знаете нашу энчиладу, мы продаем за $10, но она идет с рисом, с фрихолес. Здесь просто энчилада без ничего $12. Ну, для нас это, ну как, мы же смотрим, как они подают, и что они подают, и сколько это стоит. То есть, ну, опять же, на нашу фонду все цены пересматриваем. Давайте я вам сейчас еще покажу здесь декорацию. Ну, какие классные. Колибри. Это такие тортии кесадиллы. И Энсу заказалась чем-то острым. Я не знаю, что там внутри. И адентро, Энсу? И пуэрко. Пуэрко? Да. Свининка. И вот такой маринованный лук острый. Ну и острый соус. Острый соус я попробовала, соус хороший. Посмотрим, как это кесадиллы. Ну, вот так это сервируется. Ну, сейчас будем пробовать. Так, все, мы попробовали. Я пока сказала, что я не хочу больше. Ну, в общем, Энсу сказал, что неплохо. Ну, для завтрака, скажем так, хорошо. Ну, ладно, сейчас пойдем еще куда-нибудь. Может быть, вернемся сюда, попробуем что-нибудь другое. Еще какой-нибудь денечек. Посмотрим. Ну, пока так, 50-50.